вдохнуть новую жизнь. Новые туристические объекты появятся на территории Черного каньона, именуемого Карашатхал. Юрта в стиле Луи Виттон, рыбалка, объекты экстремального спорта. Чего еще ждать всем любителям активного отдыха? И в целом о природе узнавал наш корреспондент. Предприниматели компании «Карашатхал» планируют построить 3 ресторанных комплекса, магазины, юрты в современном стиле и другие туристские объекты на территории 5,5 гектаров. Будут также созданы условия для верховой езды. Вместе с тем, на порядка 3 гектарах близ реки Чарын будет создана туристическая зона для рыбалки. Масштабный проект реализуется за счет средств самих предпринимателей. Мы планируем здесь построить 30 домиков, где-то более 7-8 юрт современные, которые вот сейчас на весь мир, это Луи Виттон, плюс вот палаточные городки, так как большой спрос на сегодняшний день есть на это, экотуризм сильно развивается, вот, также с экстремальный спорт будем развивать в этой сфере, это Виа Феррата будет со временем, в течение, может, 2 лет мы это реализуем, экстремальный мост, зиплейн, роуд-джампинг. Предприниматели планируют построить различные объекты спортивного туризма и обеспечить работой порядка 50 местных жителей. Для любителей адреналина ожидается появление также подвесного моста. Отметим, что сейчас в районе реализуется 12 инвестиционных проектов на общую сумму 46 миллиардов тенге. Помимо ТО «Карашатхал», «Черный каньон» планирует обеспечить объектами туризма инвестиционная компания АСК «Капитал», которая намерена вложить 1,5 миллиарда тенге. Они хотят построить здесь подвесной мост. Рассчитываем, что данное место будут посещать порядка 2500 человек в день или 65 тысяч туристов в год. Ожидается, что к концу следующего года удастся реализовать 60% от всего задуманного. Остальные 40% будут завершены в течение ближайших 2-3 лет. Айслу Жандосова, Жандос Умарбай, телеканал ЖТСУ, Кигенский район.